Всем привет, друзья! С вами Карабаш74, и сегодня мы посмотрим с вами на очередную модификацию для игры Euro Truck Simulator 2. Это у нас Kenwich T2000. Его у меня на обзоре еще не было. Вот, а сейчас вот я копался в интернете и надыбал его. Там, кстати, архив был запароленный. Вот, но все-таки я его открыл и решил сделать обзор все-таки. Сама модель выглядит достаточно неплохо, что касаемо кабины. Что касаемо самой рамы, текстура отвратительная на раме. Вот. Давайте в изменение конфигурации зайдем все-таки. Отвратительная текстура на раме стоит. Так, во, так хоть чуть-чуть выгнуть его. Есть у нас, идет кардан на, он как-то даже криво, кстати, стоит-то расположение кривое. Минус сразу же. Вот, а так по большому счету, по внешнему виду выглядит достаточно неплохо. Я видел эти грузовики, то есть они хороши, так скажем, и сам по себе, то есть он достаточно симпатично, красиво сделан, и 3D его копия, то есть полная, классно, конечно, так вот взять его, покрутить, посмотреть его со всех сторон. Итак, поехали по поводу аддонов. Что касаемо аддонов, кабина, шасси одно и то же, движку ставим самую мощную, 3550 ньютонометров. Да, движок достаточно мощный. О господи, с коробками, с трансмиссиями здесь гораздо все посложнее. И я так понимаю, с ретардером коробки здесь вообще нету, в принципе. Потому что буковки R в конце нету. Ладно, возьмем, наверное, вот эту. Вот, попробуем на ней прокатиться. Салон. Камера очень-очень далеко сделана. Это непривычно. Непривычно. И как-то, знаете, во, поворачиваешь, когда... Этот вид называется, ребят, рыбий глаз. Вот, когда вот так вот поворачиваешь, и камера изламывать начинает картинку. Это рыбий глаз камера называется. И она достаточно... Вид у нее отвратительный. Ее используют во всех играх сейчас уже. Знаете, наверное, я так перехвалил его чересчур. В салоне я бы не сказал, что прямо все айс. Полигоны просматриваются. Сама текстура, положенная в салоне, то есть вот взять даже на пол. На полу и сиденьях это одна и та же текстура, просто на полу она вытянутая. Вот. Сзади у нас какая-то тумбочка. Вот. Текстура отвратительная, конечно, в салоне. Отвратительная текстура лежит вот это на дверях. Очень низкого разрешения текстурка. Очень низкого. На потолке это вообще ад. Да. Вот. Ну ладно. Пересаживаемся. Смотрим цвета. Давайте возьмем, наверное, синий. Синего еще, по-моему, не было у меня. Я не красил машины в синий цвет. Возьмем синего цвета. Я видел, кстати, синего цвета. Вот. Поехали по обвесам, по висюлькам. Висюлек тут очень много. Сами можете наблюдать. Зеркала, ничего не меняется. Здесь зеркала, давайте поставим. Это красиво, это брутально, это клево. Ставится спереди кенгурятник небольшой. Ну, пусть стоит. В принципе, выглядит-то он достаточно неплохо. Вот, по этим висюлькам, ну, я не буду ничего такого, знаете, здесь ставить. Поставим мигалки. Поставим, не знаю, пару лампочек каких-нибудь вот таких квадратных.
Я не любитель, и все об этом прекрасно знают, что я не любитель всех вот этих вот висюлек. Вот. Но я поставлю, так сказать уж, до кучи. Тут по большому счету больше обвесов никаких нет. Идем с колеса. Колеса есть у него свои. И это не может не радовать. Поставим его родные колеса. Здесь вот у меня еще КамАЗовские колеса. Вот. Так, далее. Далее, далее. Во. Резину его родную поставим. Это что такое? А, это у нас идет закрывашка. Либо со ступенькой и бачком. Либо просто закрыть. Но мы закроем все, естественно. Все закроем, чтобы никто ничего, не дай бог, не заметил. Так. Давайте блестючую поставим. Так вот. Какие-то колесики маленькие стали. Отвратительно выглядит, если честно. Вот. А спереди можно такие поставить? American 1. Да. Ну вот давайте American 1 и поставим. Все. В принципе, мы сделали все, что только здесь можно. Стоит. Не стоит. Навигатор. Пускай слева стоит. И здесь у нас зеркала. Больше ничего не повесить. Вешать больше на него нечего. Итак, скриншот на превьюшку. Тень, кстати, не соответствует самому автомобилю, и это отвратительно плохо. След от машины, вот здесь вот колесо должно стоять, по идее. Вот, поехали. Принять. Долго не будем рассусоливаться, то есть быстренько сейчас его посмотрим, заедем, посмотрим, что к нему можно подцепить и, собственно, давайте мы его купим. У меня же есть гаражи. Сюда поставим и все, пусть тут стоит. Спасибо за покупку, пожалуйста. Да, камера, ребята, адовая, перехвалил, ох, перехвалил. Она, кстати, поворачивается по кругу. Вот, если крутить в эту сторону, то она поворачивается по кругу. То есть через левое плечо, если поворачиваться, то по кругу крутится. Если поворачиваться через право, то она ни хера не прокручивается. Вот сюда, в эту сторону, раз, и все, хер. Херушки, так скажем. Да, камера, вы смотрите, она стоит на подголовнике от сидения. Но у нас есть настроечка. И мы попробуем пододвинуть. Во. Вот так. Но выглядит все равно отвратительно. Хоть как ты его двигай, хоть как ты его пододвигай. Кстати, я геймпад. Настроечки сделал геймпада. О, две лампочки какие-то стоят. Вот. Так. L. К. Дальний врубим. Ну, знаете, смотрится. Он смотрится. О, по-моему, да, мигалочки врубим. Смотрится. Звук, конечно, такое впечатление, что легковой какой-то автомобиль. Поехали. А вот сейчас вот нормально так вот. За эту. Зарычал. Поехали сразу на выезд из города. Я специально поехал, открыл автосалон МАН, кстати. Он находится в автосалоне МАН. Мне пришлось специально сейчас, я полчаса ехал до Берлина, чтобы открыть автосалон МАН. Это просто ад, конечно. Еще мне надо автосалон Volvo открыть, но я не поеду нахер открывать Volvo, потому что она мне даром не нужна. Я не хочу Volvo автосалон открывать. Мы потом как-нибудь на стриме обязательно
Да, кстати, о стриме. Сегодня будет стрим по ЕТС. Вот. И мы на стриме попробуем добраться до какого-нибудь автосалона, в ту сторону какой-нибудь груз взять. Кстати, тормоза хорошие. Блин, я забыл груз взять. Ну ладно, хер с ним. Да груз по-любому цепляется. По большому счету, когда вы стоите на одном месте... Вот. Стоп. Включаем нейтралку. Такое впечатление, что легковой автомобиль. А стоит включить скорость? И вот теперь это на грузовик похоже. То есть не знаю, с чем это связано, но вот есть такой вот небольшой, так скажем, нюанс, который вот я заметил, по крайней мере. Сейчас посмотрим, до скольки разгоняется. Следующий. А, скорость не закончилась. Ну, разгонится, я думаю, до 150 в нехер делать. Лишь бы движок только не вылетел. Да, 142, продолжаем разгоняться, собственно. 143. Да, все, это предел, 143. 143, это предел. Поворот чуть-чуть не вошли, но ну, на такой скорости достаточно сложно поворачивать. Вот. А с вами был Карабаш 74 со своим таким вот кратеньким обзором на Kenwood T2000. Скачайте, ссылка в описании под видео, посмотрите сами, потестируйте. Достаточно неплохая тачка. Включаем автомат. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на паблик ВК, не забывайте ставить лайки. Всем удачи, ребят, всем пока. Неплохая точила, но со звуком что-то перемудрили.